Здравствуйте, с вами Юлия Балабанова, и это «Разговор по существу». Сегодня мы пообщаемся с руководителем Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимателей Григорием Чуб. Григорий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите об основных направлениях деятельности фонда. Для начала скажу, что в целях создания благоприятных условий развития малого среднего предпринимательства на территории Магаданской области в 2009 году был создан фонд развития предпринимательства, некоммерческая организация. В этом году мы 22 мая отметили десятилетие фонда. Изначально фонд был создан как региональная гарантийная организация, и это направление деятельности работает до сегодняшнего дня. С 2017 года мы еще стали центром поддержки предпринимательства. Вот это два основных направления деятельности. Гарантийная региональная организация и центр поддержки предпринимательства. Допустим, человек только захотел заниматься предпринимательством, но не знает, с чего начать. Куда обращаться, как, за какой консультацией, поддержкой ваш фонд? С чего начать? Конечно же, обращаться в фонд. Информацию о фонде можно найти в соцсетях, в средствах массовой информации постоянно идет реклама о деятельности фонда. По телефону фонда, на сайте фонда можно найти всю информацию, которая необходима предпринимателю для начала бизнеса и для ведения бизнеса. А какие-то подпрограммы в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства вы имеете? Лично мы не имеем никакие подпрограммы, но фонд является участником реализации национального проекта. Это 5 проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, акселерация предпринимательства, популяризация предпринимательства, создание системы поддержки фермеров и поддержки сельхозкооперации. Также расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе в виде льготного финансирования. Какие-то обучающие программы вы предоставляете? Да. Мы обучили 2 тренеров, тренеров корпорации МСП, одного в 2017 году, второго в 2018 году. Проводим обучающие программы корпорации МСП. Эти обучающие программы нацелены на начинающих предпринимателей, которым необходимо выявить компетенции прям с самого начала. И для предпринимателей, которые уже давно действуют, эти программы нацелены на оптимизацию процессов, бизнес-процессов уже у предпринимателей действующих. На какую максимальную сумму можно получить финансовую поддержку и при каких условиях? Максимальную сумму, финансовую поддержку, вот как чистую финансовую поддержку, на сегодняшний день фонд не оказывает. У нас есть программы в рамках национальных проектов «Акселерация». Мы финансируем затраты предпринимателей на проведение рекламной кампании. Стоимость вот такого финансирования на одного предпринимателя составляет до 100 тысяч рублей в этом году. В следующем году мы хотим эту сумму увеличить. Кроме этого, мы финансируем, оплачиваем затраты предпринимателей на участие в выставках, в ярмарках, которые проходят на территории региона, и в том числе и за пределами региона, и за пределами Российской Федерации. Что необходимо для получения рекламы и вашей поддержки? Необходимо обратиться в фонд. Ну и все? И все. И все. Это не грантовая поддержка. Тут будет конкурс. Приоритет, конечно, будут иметь предприниматели и предприятия, которые занимаются в приоритетных направлениях. Это строительство, образование, здравоохранение, производство продуктов питания, ну и так далее. А если человек хочет заниматься предпринимательством, но не знает, какой проект делать, вы помогаете в профориентации? Конечно, как раз в рамках тренингов корпорации МСП у нас есть тренинги «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимательства». Вот «Азбука предпринимательства» нацелена в первую очередь на выявление компетенций предпринимателя, генерация бизнес-идеи и уже расчет этой бизнес-идеи до выхода готового бизнес-проекта. В будущем хотят открыть единый центр «Мой бизнес». Как он будет функционировать? Единый центр «Мой бизнес» будет функционировать как единая точка доступа для предпринимателей, куда предприниматель может обратиться с любым интересующим его вопросом и получить ответ, получить поддержку. Ему не нужно будет посещать разные заведения и учреждения, чтобы получить услугу государственную в том числе. В будущем мы планируем
доступ ко всем ресурсам для предпринимателей сделать в цифре, чтобы предприниматель мог со своего планшета, со своего телефона зайти в приложение и получить всю необходимую поддержку. Знаешь, что в центре занятости можно получить 100 тысяч на реализацию проекта. Что нужно для этого, какие условия, кто может подать и на что пойдут эти средства? Да, получение гранта в центре занятости – это не совсем наш вопрос, но я могу рассказать, что для этого нужно. Для этого физическое лицо в качестве безработного должен быть зарегистрирован в центре занятости, пройти обучение, написать бизнес-проект, защитить его и получить грант 100 тысяч. А есть ли какие-то подводные камни или нюансы, о которых должен знать предприниматель? Например, если он не выполнит какие-то обязательства перед фондом, что ему грозит? Как я уже рассказывал, фонд осуществляет свою деятельность на сегодняшний день в двух основных направлениях. Это региональная гарантийная организация и Центр поддержки предпринимательства. Если в рамках региональной гарантийной организации предприниматель не выполнит свои обязательства, а это фонд выступает поручителем за предпринимателя в банках при получении кредитов, это, как правило, большие суммы, фонд за предпринимателя выплачивает банку часть своего обязательства, все свои обязательства, и в порядке регресса обращается в суд и взыскивает эти средства с предпринимателя. В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства мы подписываем с предпринимателем соглашение. Все средства, которые мы предоставляем предпринимателю, должны быть направлены на определенные цели. Это целевые средства. Если предприниматель нарушает условия соглашения, он обязан вернуть эти средства обратно в фонд. Допустим, у начинающего предпринимателя есть хватка, но недостаточно опыта. Предлагаете ли вы каких-нибудь наставников ему, людей, которые уже добились успеха в определенных сферах? На сегодняшний день на территории региона институт менторства не развит. Мы планируем создать площадку для предпринимателей, которым необходима поддержка уже более опытных коллег на базе нашего сайта. Пока мы еще планируем концепцию этой площадки, но, скорее всего, это будет какой-то портал, куда может зайти предприниматель, посмотреть, уже опытный предприниматель, посмотреть пул начинающих проектов, выбрать для себя начинающего предпринимателя, которого он будет вести, помогать ему. Существует ли ярмарка или рынок, где собираются все бизнесмены и предлагают свои новые бизнес-проекты будущим инвесторам? Есть что-то у нас подобное? Как таковой, такой площадки на территории региона нету. Мы проводим уже третий год форум «Большие возможности малого бизнеса». Вот как раз форум является такой площадкой, где собираются начинающие предприниматели, люди, которые только собираются стать предпринимателями, и предприниматели, которые действуют уже достаточно давно. Вот это место, где могут общаться начинающие с опытными предпринимателями. В будущем, как я уже говорил, мы хотим создать такую площадку на базе нашего сайта, на базе фонда. А где и когда этот форум проходит? В этом году мы планируем провести этот форум в ноябре. Площадку мы выбираем каждый год разную, пока мы еще не определились с площадкой. Смотрите все на сайте. Вся информация, да, на сайте, и в средствах массовой информации мы всегда размещаем. Вы недавно провели конкурс на лучшую бизнес-идею. Расскажите, будет ли подобное в будущем, что нужно для участия и что в итоге получит победитель? Да, мы провели в первый раз конкурс на лучшую бизнес-идею. Цель этого конкурса как раз выявление предпринимательских инициатив, популяризация предпринимательства на территории региона и создание пула бизнес-идей, не пула, а банка бизнес-идей рабочих. Думаю, что этот конкурс будет ежегодным у нас. Первая премия ее учредило Министерство экономического развития Магаданской области. 100 тысяч рублей грант. Фонд от себя выступил с поддержкой тоже 100 тысяч рублей на рекламную кампанию. Вторая премия просто 100 тысяч рублей на рекламную кампанию. И третья премия 50 тысяч на рекламную кампанию. Над какими будущими программами вы работаете? Поделитесь секретами. На сегодняшний день мы работаем над созданием центра «Мой бизнес». На базе этого центра мы планируем открыть коворкинг для предпринимателей. Коворкинг – это место, где предприниматель сможет прийти, условно говоря, с блокнотиком. Все условия для него там будут созданы. Офисная мебель, оргтехника. Он может прийти и работать. Также в центре «Мой бизнес» мы планируем открыть многофункциональный центр для предпринимателей, либо центр оказания услуг, который вот сейчас уже действует на базе многофункционального центра на
Карломакса 60, по адресу Карломакса 60. Ну и расскажите еще раз, где можно получить подробную информацию о работе фонда и куда можно прийти за консультацией? Подробную информацию о работе фонда можно получить из средств массовой информации. У нас постоянно идет реклама на телевидении и по радио. На сайте фонда fondmagadan.ru по телефону 6098-28 специалисты ответят и дадут исчерпывающую информацию. Если необходима консультация, направят к специалисту, к эксперту, который проконсультирует предпринимателя. Григорий Валерьевич, благодарю вас за разговор. Я напоминаю, что мы общались с руководителем Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимателей Григорием Чуб. До свидания. Спасибо. Спасибо.